Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, не выходили сейчас видеоролики, потому что я сейчас занимаюсь активно стройкой. Я поставил на улучшение сейчас зиккурат. Вот готов уже один. У меня один был. Этот готов. И еще два настройки у меня. Сейчас занимаюсь большинством только стройкой. Так что, друзья, извините, видео будет выходить не так часто. Ну что, данное видео сегодня у нас будет опять же про битву братств. И потом я сделаю обзор, как я и говорил, про все свои декоры. Я их уже тут приготовил. Запишу сначала битву братств. Следующее видео будет у меня про декоры. Давайте мы зайдем обратно в этот же город. Так, ну что, поехали. Может быть и про реликты, и артефакты то же самое я сделаю обзор. Все вместе. Так, ну что, поехали. Армия у меня стандартная. То, что вы пишете про энтов, друзья, конечно, энтами мы тоже сделаем атаку. Но в следующий раз. И у меня сейчас настройки идет энт. Это я сейчас поставил первый раз его. Будет у нас он какой уже? 15 уровень. Обязательно. Так, тролль у меня уже на 18. Пока я не хочу тратить песок, потому что песка очень мало на арене. И есть по 70 тысяч, но это нужно разбивать на 100%. Сейчас с гоблинами можно, конечно, работать, но не такой, как говорится, не та эффективность. Приходится разбивать на 100%, либо на 71%. По поводу турнира, давайте я вам сразу покажу. Давайте подарки. А что в прошлый раз я вам не показал. Подарки я все практически открыл. У меня остался только вот этот реликт. Корона пламени. Плюс 10 к входящему урону исцеления воина. Скорее всего, разработчики мне его не дадут. Рубинов у меня нету. Я их всех потратил. Это я все, друзья, бесплатно открывал. По поводу сетки, как я и говорил в предыдущих видео, турнир мне не особо понравился, потому что я играл по новой схеме. Эту схему я больше не буду разрабатывать. Нет смысла. Мы тоже отдельно поговорим по поводу схемы в следующем, наверное, видеоролике. Как-нибудь будет у меня настроение, я запишу еще одно видео. Что я имею в виду? Выводы про турнир. Обязательно не пропускайте. Запишу. Так, ну что, ладно. Поехали. Что ла-ла-ла-ла-ла. Посмотрим. Тот турнир мы выиграли. Так, СССР. Тут что, уже была одна атака? Сейчас давайте посмотрим. Ага, на меня напал. Ничего не взял. А не, 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 еще на Колю напал. Ну ладно, давайте посмотрим. Так, кто-то тут рванул. Так, ага, красавчик. Пробил дорогу, чтоб. Так, не, дружище, я сюда иду. Так, ну что, смотрю, что наши в основном все в этот раз готовы. А что начинают митинговать? Нечего, друзья, надо атаковать. Так, ну что у нас тут? Так, замок. Это какой у нас? 18 уровень. Да, 18. Так, ну что, думаю, что буду нападать, скорее всего, с этой стороны. Да. Если нападать как бы с этой стороны, то вы потеряете больше воинов. Здесь стоит башня смерти, она вам будет здесь мешать. Здесь у нас мешает только один зиккурат. Башня смерти у нас находится чуть дальше, она сразу не сможет атаковать. Так что лучше с этой стороны. С этих сторон здесь неудобно, здесь, смотрите, 4 слоя забора. Ну и с этой стороны тоже. А вот тут будет более эффективно. Хотя я, друзья, не особо люблю нападать с этой стороны. Ну что, ладно.
Здесь заклинание достанет. Здесь мы сделаем 3 удара по стандарту. Видите, такой забор еще более-менее пробивает. Так, и возле зиккурата, и где-нибудь здесь. Смотрите, и пробивает, и 15-й забор. Так, ну что, поехали. Запустим немножко рыцарей. Здесь пирамиды нету, здесь будет чуть полегче. Оставим 40 штук на потом. Запускаем сразу орков. Не думаю, что будет какая-то проблема. Если что, героями доработаем. Здесь нам нужно на 100%. Конечно, энты эти хороши, но говорю, что если сейчас как идет личный турнир, мне невыгодно. Я вот подождал 30 минут и поставил вот таких воинов. А если ждать где-то двухчасовую, это если готовиться за день, то да, еще можно. Но мне нужна, друзья, скорость. Орки, они по скорости хороши. Энты берут на себя большой урон, но они очень медленные. Конечно, это мое мнение. Вы выбираете тех воинов, которые вам больше нравятся. И не забывайте, что у нас лига здесь более-менее слабая, и мы не собираемся переходить в другую лигу. Мы постепенно-постепенно будем проходить именно вот такие лиги, чтобы для нас было это без проблем. У нас не такое мощное братство, не донаты, чтобы мы могли в платине где-нибудь соревноваться. И я вам скажу, что месяц-два, год разработчики что-нибудь поменяют. Потому что смотрят, что многие договорились уже между братствами. Так что разработчики что-то поменяют. Это 100%. Может быть, даже что-нибудь и другое поставят. Ну ладно. Идем по стандарту. Потом парни пойдут за мной с этой стороны. Есть у нас мелкие братства, которые не по силу разбивать серьезные города. Даже есть 56 уровни у нас новенькие. Они вот такие города тоже не могут пробивать. Но ничего страшного. Постепенно-постепенно будут пробивать такие города. Так, ну что у нас тут? С этой стороны мы тоже не пойдем. Потому что есть разрыв в заборе. Мы пойдем также. Здесь у нас есть башня смерти. Но она не особо тут поможет. Многие делают ошибку, нападают с этой стороны. Друзья, можно, конечно, напасть с этой стороны, но разбегутся воины. А нам нужно на атакующие сразу. Давайте посмотрим. Так, сюда пойдем. Сюда. Здесь у нас, видите, сразу зиккурат есть. И с этой стороны. Ну, я думаю, что тоже с этим городом нет проблем. Запустим. Здесь у меня немножко орков меньше. Здесь мы также запустим немножко рыцарей, чтобы они на себя брали какой-нибудь там, как энты. Рыцари быстро гибнут. У орков, что хорошо, скорость. Ну и атака тоже неплохая. Так, ну давайте добьем. Видите, я даже здесь героев не буду использовать. Давайте я приближу. Посмотрим, что они тут творят. Ну, такие города с таким забором, это очень быстро пробивается. Раз, два и все, и хана. Видите, что плохо, что у орков они сбиваются в кучу. Если попадают они под серьезный там, либо тот же зиккурат, либо под башню смерти, она автоматически наносит 7 урон. Ну и бывает так, что они когда идут постепенно, одна кучка прошла, попала, вторая добивает где-то так. То же самое и рыцари, они тоже в кучу сбиваются. Так что лучше, друзья,
и постепенно запускайте. Простите, что-то я опять заболел. Ну что, в принципе, нормально, как и всегда, стопроцентные бои. Что удобно, сразу я получу песок. Парни пойдут сюда и сюда. Отлично. Так, по поводу, что меня еще просили сказать, что там на арене. На арене, друзья, в основном бьют только ботов. Бью только ботов, потому что других вариантов я не вижу. Но бывает, что если мелкие города попадаются на арене, тогда я пробиваю. Но желательно, конечно, искать бота где-то с миллионом, с 2 миллиона, с 2 миллионов, где-то так, чтобы у вас бонус был где-то 4 миллиона. У меня сейчас, я раньше вообще ставил одно здание за день. Сейчас выходит где-то примерно около 2 дня, даже может быть чуть больше. 2,5 дня. Очень тяжело, если сами посчитаете, у нас идет найм воинов где-то по 30 минут. Можно, конечно, пробовать только рыцарями и искать более мельче городов. Но есть боты более-менее по-серьезному, и рыцарями там не возьмешь на 100%. Нам же нужно. Если бы мне не нужно было на 100%, как сейчас личный турнир, то можно было бы разбивать на 71%. И может быть рыцари пойдут. Я попробую. Но сейчас, видите, приходится нанимать орков. Орки немножко по времени занимают больше. Ну, в принципе, нормально. Но так выходит по 4 миллиона за раз. И сами посчитайте. Ну, если ты находиться в игре постоянно, то понятно. Если вы там, ну, час-два можете находиться в игре, то понятно. Ну что, друзья, это было такое видео. Кому понравилось, не понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья.